Представители общероссийского движения «Народный фронт за Россию» в Ненецком округе отправились на детские площадки. На месте они оценили готовность игровых площадок к использованию. Рейд прошел по дворовым территориям домов города. В обходе участвовали не только представители движения, но и многодетные семьи. Делегация посетила игровые площадки на улице Ленина, 19, Ленина, 21А и возле жилых домов, которые находятся в так называемом квадрате. Фронтовики провели осмотр горок, качелей, скамеек и ограждений. Оценили количество песка в песочницах. Некоторые конструкции оказались непригодными для использования детьми. Посмотрели, что разный подход ко всему этому. Мне кажется, прежде всего, это связано с пониманием управляющей компании, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, с сохранностью и с чувством ответственности самих жителей. Если на соседнем, в общем-то, новой площадке мы видели то, что и покрытие, вот такое редкое покрытие нарушено, разрушено, значит, это качель уже, не насыпан песок вот в песочницу, то вот на этой площадке более-менее положение как бы неплохое, и тем более, что мы видим, что и дети здесь вот сами играют, и самое главное, что они говорят, что они пользуются вот этой площадкой. Итоги рейда будут обсуждены с членами штаба за круглым столом. Также будут разработаны предложения по детским площадкам и направлены в органы муниципальной власти.